На столичном портале «Открытый город» продолжает согласование по изменению схем движения общественного транспорта. 12 вопросов, 3 варианта ответов. Свой выбор уже сделали 3500 горожан. По 10 пунктам респонденты поддержали изменения, по 2 выводы не так очевидны. Это касается 22-го маршрута. Предложение было вернуть схему движения, которая действовала до 1 декабря 2018 года, либо оставить ее прежней. Там пока равное количество голосов, 40% за, 40% против и порядка 20% это должны решать специалисты. Второе, это касается 45-го маршрута. Голосование должно было завершиться 29 декабря прошлого года. Его решили продлить, чтобы больше горожан смогли проголосовать. Выразить свое мнение на портале «Открытый город» можно до 15 января. После окончания голосования все предложения будут направлены в отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары. По результатам данного голосования будет приниматься решение о внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок. На это потребуется с учетом проведения оценки регулирующего воздействия на портале нормативно-правовых актов Чувашской Республики и проведения антикоррупционной экспертизы до полутора месяцев. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.